Здравствуйте! Сегодня на ремонте планшет Prestige Multipad 8.0. Начинаем! Дефект данного планшета не загружается, зависает на заставке. Для начала попробуем сбросить все настройки на заводские. Нужно зайти в режим восстановления. Для этого нужно зажать одновременно кнопку включения и кнопку громкости вверх. По истечении 2-3 секунд отпускаем кнопку включения. И ждем. На экране появится меню. Перемещение по меню осуществляется кнопками громкости, а выбор – кнопкой включения. Нас интересуют только эти два пункта. Удаляем все данные с планшета. Далее перезагружаем планшет, выбрав первый пункт меню. В этом случае сброс настроек и очистка данных не привела к успеху, значит будем восстанавливать файлы прошивки. Открываем браузер, вписываем в поиск название модели и переходим на сайт FOPDA. Скачиваем драйвер и программу для нашего планшета и прошивку. Сохраняем все это в корне диска C. Открываем место сохранения наших файлов и распаковываем архивы. Важно! Перед прошивкой обязательно зарядите планшет не менее 50%. Далее открываем управление диспетчер устройств, чтобы установить драйвер планшета. Для этого к планшету подключаем USB кабель и на 1-2 секунды зажимаем кнопку включения и кнопку громкости. Компьютер определит его как неизвестное устройство. Кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «Обновить драйверы». И выбираем вручную нашу папку с драйвером и нажимаем «Далее». Подтверждаем установку драйвера. После установки наш планшет будет определяться как RK30 девайс. Отключаем планшет. Открываем папку с нашей программой для прошивки и запускаем ее от имени администратора. И проводим те же манипуляции с подключением к компьютеру, чтобы программа увидела наш планшет. В программе единичка загорится зеленым фоном, значит все правильно. Теперь выбираем файл прошивки. И нажимаем кнопку «Восстановить». Ждем окончания прошивки планшета. Во время прошивки ни в коем случае не отключаем от компьютера, а лучше его вообще не трогать. После окончания прошивки можно отключить планшет от компьютера. Включаем планшет. Первый запуск после прошивки может затянуться до 5 минут. Ждем. Планшет восстановлен. Если вам интересна тема прошивок, ставьте большие пальцы вверх и обязательно пишите об этом в комментариях. А пока подписывайтесь на канал и до новых видео. Пока!